Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный SCP! Всем здоровья, ребят! С вами по-прежнему Овер, и вы только посмотрите на мою новую заправку. В общем, я решил начать небольшой бизнес и прикупил вот такую старую деревенскую заправку. Сейчас мне предстоит колоссальная работа, надо сделать ремонт здания, поправить бензоколонки, друзья, ну и в общем, заняться восстановлением данной заправки для того, чтобы мутить бабки, друзья, зарабатывать деньги и так далее. С минуты на минуту, кстати, должен приехать, друзья, доставщик, привезти мне вещи. Я уже там начал потихоньку обустраивать, заказал на Алиэкспрессе всяких приколов, плюс заказал строительные материалы. В общем, друзья, приедет доставщик и все мне привезет. И, кстати, вон доставщик, походу. А ну-ка по времени. Смотрите-ка, вовремя приехал даже. Эй, мужик! Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий. Это я к вам приехал, да? Да, это вы ко мне. Отлично, сейчас будем разгружаться. Так, ну смотрите, вы тогда выгружаете все. Помощь нужна вам? Да нет, как бы вот вопрос, а как там с деньгами-то обстоит? Ну, как только выгрузите, я все оплачу. А, ну тогда я сейчас все быстренько сделаю, пока что там денежки приготовьте. Безнал, наличные. Все будет часть безналом, часть наличными. Давайте тогда выгружайте. В общем, ребят, пускай он работает. Давайте я покажу, сколько у меня тут помещений. Во-первых, смотрите, большая такая зона. Здесь у нас будет, скорее всего, касса стоять, плюс небольшой супермаркет такой, точнее, ну, магазинчик, друзья, что-то купить, там мороженое, перекусить и так далее. Здесь у нас будет, наверное, либо тут, либо вот здесь санузел. Ну и, друзья, техническое помещение тоже будет либо там, либо там. В принципе, друзья, ничего прям сверхъестественного в этой заправке нет. Единственное, она старая, ребят, и тут канализация потекает. В общем, надо будет все это, друзья, сделать. Так, интересно, закончил он или нет? Шеф, все готово, смотрите, все в лучшем виде. Все, вытащил, ладно, смотри, я онлайн сейчас переведу, и вот, держи наликом тебе сотку. А, отлично, нормально. Спасибо огромное, Дмитрий. Удачного вам вечера. Все? Ну, давай, удачи, бывай, покедово, счастливо. Так, ребят, смотрите-ка, на дороге это все оставлять не вариант. Надо потихонечку это, блин, перенести, наверное. А, конечно, тоже разгрузил, блин, ребят. Мог бы и поближе, да, хотя бы с дороги все это убрать. Но дуралей нет. Ну а и за что я только деньги плачу? Ё-моё, блин. Ладно, так, самое главное, друзья. Коробки, блин, не кидать особо, не разбить, потому что там дорогие могут быть запчасти, ребят, всякие штуки. Ой. Ой. Чего? Это что такое? Фу, блин. Ё-моё, это кости? Чё он мне привез? Фу, это череп, позвоночник. Ай, фу! Ай, просто надо это все, ребят, закрыть как-то. Кому рассказать? Это что, человеческие останки? Что он мне привез такое? Я такое не заказывал. Так, у меня тут сосед есть, Бобби. Надо ему рассказать, ребят, что вообще это было. Вот это жесткач, блин. Фу, ё-моё. Бобби! Бобби! А, кто орёт, блин? Здорово. Что такое? Здорово, братан. Чё, телек смотришь тут? Ну, типа, да, чуть нерв рычит. Фу, ё-моё, слышь, прикинь. Я же заправку вот тут купил напротив, видел, да? Ну да-да-да, слышал, видел. Короче, доставку заказал, мне доставщик привез все вещи, я разбираю, и там какие-то кости, черепы, какие-то непонятные вообще позвоночники, блин. Да ну. Да. Ты что, пил что ли? Нет, пошли покажу, братан, пойдем. Ну пойдем, это ж вообще, ладно. Это капец, надо полицию вызывать, пошли быстрее. Блин, если ты меня отвлек от важной программы, которая выходит все время по четвергам, то знай. Что? Тебе крышка будет, ты понял меня? Ты болван, там кости, это, блин, человеческие, финал. Какой финал? Ну, пойдем, ладно, пойдем. Смотри, пока. Вот, вот. Где? Да они в этом ящике были, Бобби, я тебе клянусь. Ты уверен? Вот в этом ящике они были, только что, где они? Ой, хватит прикалов. Я тебе правда говорю, Бобби! Ё-моё, что это такое? Нет! Изыди, демон, адский дьявол! Ох, ё-моё! Ой, чё это такое? Где я? О, Диман! Ты где? О, а!
Сейчас. Бобби? Да. А чё? Слушай. Чё за форма на тебе? Повернись! И на тебе такая же, ну-ка. Класс Д! Чё за эмблема? Ну-ка, дай посмотрю. Ну, смотри, смотри. Ну-ну-не-не, вот спереди. Ну-ка. Вот, не-не, ну-ка, дай-ка. Чё это за стрелки какие-то? И я такой же, да, Бобби? Чё это на нас? Чё за форма, блин? Дурацкая какая-то. Не знаю, блин. Похоже на форму каких-то, если честно, заключенных в тюрьмах, Бобби. Угу. Ладно, может, пойдем найдем выход какой-нибудь отсюда? А что это вообще такое? Помнишь? О, Бобби, какие-то были эти... Скелет мы какой-то нашли. А потом... Ну да, ты мне хотел показать, но в итоге не показал ничего. Там что-то меня вырубило. Ладно, давай смотримся, что это за место. Посмотри вообще по карманам, потому что у меня, смотри-ка, лом есть в кармашке. У меня только фонарик и все. И все? Да. Ладно, давай посмотрим, блин, братанчик, куда вообще идти? Ой, смотри, здесь закрыто. Слушай. Ё-моё, блин, а с другой стороны интересно, давай пойдем посмотрим. Проверим. Так, а с другой стороны? Смотри-ка. Ну-ка. А тут, блин, дерево. О! Эй! Мужик! Ой, тихо, отошлите от меня! Отошли! Аккуратно, аккуратно, не кричи, не кричи, мужик! Эфиром. Стой, я тебя, кажется, помню! О! Это ты, это... доставщик! Ты мне привез мои товары, да? Да, да, Дмитрий, это вы? Да, вот это, да вот это на поворот. Заправку, а ты что тут делаешь? Где мы вообще? Ну я на машине ехал, и я во что-то врезался, и больше ничего не помню вообще, мужики. Там что-то на дороге стояло, я такой еду, 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 и прям в эту фигню куда-то врезался. Я думал, сейчас отойдет, а я вот все. Странно. Странно. Офигеть, тебя как звать-то, мужик? Меня зовут Андрей, а вас как? А меня Бобби Дмитрий? Зовут. Меня Бобби. Дмитрий, Бобби, да, Бобби, это Бобби. Да. Ладно, Андрюха, Бобби, давайте отсюда выбираться, что бы это ни было, мне кажется... Стойте. Что? А почему вы каких-то робах заключенных? Вы что, бандиты какие-то? Нет, ты такой же, блин. Ты такой же, дурачок. Я говорю, как бы то ни было, нас, короче, неспроста сюда запихнули троих... Потому что, мне кажется, мы связаны чем-то общим. Ладно, мужики, давайте, насколько я понял, выход был вот здесь, и нам предстоит пройти вот в эту пещеру. Ну чё, пацаны, давайте, я первый, так как у меня лом, а вы за мной. Хорошо, страшная какая-то пещера. Офигеть, сосульки, мужики, смотрите наверх, чтобы ничего не упало на вас. Ого. Опа, о, я пушку взял, тут пушка лежала. А чё за пушка? Так, я не знаю, а вот смотрите, Трубецкий. А он такой же, Робби, не? Да, такой же. А что нам делать? Короче, пацаны, походу нам вниз. Чё, прыгаем? Ну, давайте, вы первый тогда. Фух, пожелайте удачи. Раз. Давай, давай, давай. Два. Три. Я пошёл. Давай. Осторожней только. Надеюсь, там что-то есть. А, там вода, прыгайте. Тут вода, блин. Чуваки, посмотрите, тут ещё трупы. И все горят они. И тоже вот в этой... Класс Д, блин, непонятный в форме какой-то. Жесть, это какая-то еще... Что-то кресты какие-то. Смотрите, ну-ка. Парни. Непонятно, да-да. Здесь еще какая-то химия нарисована, вот смотрите, здесь. Мы видели, вот видели. Мужики. Давай-давай, пойдем тут уже. Тут оружие. О, забирай, Бобби, возьми вон пушку. О, тут кого-то залепило под камнями, смотрите. Да-да-да, ладно, чуваки, давайте быстрее, короче, отсюда выбираться, блин. Это уже не смешно становится вообще. Я пошел, блин, прямо, пацаны, по какой-то пещере. Но мы вооружены. Тихо! Братан, на самом деле, стоять, нет? Молчать! Что такое? Бояться! Пацаны, что? Там какие-то скелеты! Какие нахрен скелеты? Ой-ой-ой! Непонятно, какие-то скелеты! Жесть, и что нам делать? Сейчас я посмотрю! Ну-ка. Кто стрелять начал? Стреляй, стреляй, стреляй! Что вы делаете? Один упал! Ай! У него топор в руках! Офигеть! Ой, да у нас оружие, блин! Гасите их! А он встал, встал! Вот он. Завалите он этих скелетов, чуваки! Нафиг мочите. Вы начали стрелять! Ё-моё! Да блин, скелеты какие-то! Я думал, сейчас получится! О! Ой. Загасили вроде как! Стоп, парни, слышите, идите сюда! Кажется, я вспомнил! Такое? Короче, ты мне доставил когда товары? Там ну в да. какой-то корзинке лежали какие-то кости! Вспомни, не Бобби, знаю. Вспомни! Я к тебе пришел, сказал какие-то кости! Помнишь, мы пришли, их не было! Я еще тогда телевизор смотрел свою любимую передачу! А потом, когда мы пришли на это место, был какой-то скелет непонятный! Оживший, как будто мертвец скелет! И он нас с тобой, Бобби, убил! А ты, походу, в него врезался! Я в него врезался, мужики! Капец! Так вот оно что да. получается! И вот, смотрите, и тут какие-то скелеты! Походу, нас преследует какой-то страшный монстр! И еще, парни! Я смотрел на ютубе монстров ну-ка. Какого-то художника Тревора Хендерсона! Я думал, что это все вымысел! Но знаете, он рисует картинки всякие страшные! Так вот, у него да-да-да. Там был похожий скелет. И это, походу, все правда. Жесть, и как вообще-то? Что нам делать? Я не знаю, но надо отсюда как-то выбираться.
максимально аккуратно и максимально осторожно, чуваки. Куда идем вообще, блин? Тут не пройти, кстати. А вот туда идти? Тут это дырка в стенке. Ух ты, ё-моё! Офигеть! Картины страшные какие-то. Погодите, чуваки, смотрите, тут целый алтарь, блин. Жертвоприношение, может, нас хотят в жертву принести или что? Не-не-не, никакой жертвы не надо, вот скелеты, видите, вот как раз, вон эти. Видите, черепа. Не трогай череп, придурок! Аккуратно, чуваки, аккуратно идем. Тут смотрите, какой-то мужик лежит мертвый. А он точно мертвый, ты понял? Ученый, ну теперь точно уже все. Какой-то ученый, блин, офигеть, ладно, идем. Может быть, это из-за них мы здесь оказались? Может быть, может быть. Может быть. Понял. Может быть! Слушайте, может быть! Что это? Бобис! Ты что делаешь? Это ж. Он Бобиса убил! Он убил моего друга! Он и сейчас убьет меня! Не-не-не-не-не! Да! Не надо никакого убить! Ё-моё, он исчез, я не знаю, помоги ему, он исчез! Он исчез! На глазах! Охренеть! Это что такое? Господи помилуй, господи помилуй! Андрюха, блин! Я не знаю, что тут такое? Он череп, что ли, потрогал? Он трогал череп, я говорю, я не буду вот этот череп трогать, он походу призвал его, или что это было? Походу да. Господи! А где тут выход вообще? Я не знаю, блин, где здесь выход! Жесть! Я без понятия вообще! Ой! Чего? Смотри. Что это? А-а-а. А тут еще стрелочка была, случайно наступил. Погоди, а тут... ага. Погоди. Ну-ка, наступи еще раз. Вот сюда. Нифига себе технологии. Это, походу, какой-то портал. А ну пойдем. Я. Давай! 3-2! Ай, свет в конце-то. Ой, где ой, мы? Ой, ой, нет! Ой! Тихо! Ой, аккуратно! Где вы? Непонятно, братанчик! Смотри, спуск вниз. Давай, короче, сюда попробуем. Давай. Только тут, походу, блин, высоко. А, ну в принципе так не так. Не-не, нормально, нормально. Тут не очень высоко, блин. А тут еще водичка гасит падение. Тут еще и какой-то мертвый чел, блин. Смотри, написано. Погоди, дай, все сурите, блин. Все сурите или все курите, блин. Или все курите. Охранника, что ли? Реально, так у него, смотри, какой коллаж, блин. Офигенский. О, ничего себе, с красочкой. Так это, наверное, именной какой-то. Наверное, блин. Ладно, давай это аккуратно как-то идти, блин. Вот это жесткач, блин, куда мы попали? Смотри! Ё-моё, еще пушка, еще трупы! Офигеть! Вау, так, давай, может быть, не будем сюда идти, мало ли от чего не сдохли. Ладно, давай, погнали наверх, короче. Ну нафиг. Офигеть, еще трупы! О, и пушка, смотри, огромная! А вот такая. Кто? Ничего себе, не тычь мне, пожалуйста, в лицо. Это, блин, SCP тоже ученый. Офигеть, это реально какие-то SCP, надо будет посмотреть это в интернете, если мы выживем, что такое SCP. Если мы выберемся, братан, согласен. Ладно, погнали, блин, как-то аккуратно отсюда. Ой, вообще. Чё? Током бьёт, не подходи. А закрыто, не пройти? Не-не-не, никак. Ё-моё, ладно, хорошо. Не докасайся до этой фигни нафиг. Идем прямо. Что это за место вообще? Security. А, security, а я думал все сурити. Блин. Чё? Это бутылки были, можно было воды попить, я так и хотел попить водички. А нафиг ты разбил? Да я не хотел. Ё-моё, так хотел или не хотел? Не, не хотел, хотел попить и не хотел разбивать. А-а, идём. Всё, пройдёшь. Не пройти дальше там, закрыто? Ладно, пойдём обратно тогда. Не пройдёшь. Чё, почему? Пусти, крыса. Да ладно, шучу, братан. Ты чё, больной? Дух-то поднимать. Быстрее, идем, блин, сюда тогда прыгай. Ё-моё! Это оно, да? Там это опять крыса. Ну так, нафиг, давай сейчас обратно. Я беру калаш вот этот. Куда обратно-то? Да куда-нибудь, чтобы он нас не загасил, блин. Давай, 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 открывай огонь, братанчик. Фая, пи-пи-пи-пи, ой-ой-ой. Стреляй, братанчик, давай, давай, так, давай, ну-ка, давай. А он за мной пошел, что ли? За тобой, чё? За тобой, он идет, за тобой, жесть, братан. Блин, братан. Это скелет! А как его вообще, интересно, берут наши пули или нет? Я не понимаю, мужик, но он, походу, кровью истекает, или мне кажется, помоги мне! Да это, наверное, бутафория, это не кровь, это, наверное, какой-то прикол, блин, полный. А, это, наверное, пранк, да, который из-под контроля вышел. Вот это, скорее всего, да. Офигеть, блин, это скелет, он меня сожрал! Нет! Достань крупнокалиберную быстрее, у тебя же там, наверное, а, есть, есть, да-да-да, я забыл про нее, в карман спрятал и забыл. Ну, сейчас. Давай, давай, на, поешь! Все! Опять он исчез. Опять исчез, походу. Офигеть, блин. Ё-моё, давай быстрее в ту трубу, короче, побежали, пошли. Слышь? Он ее не просто так охранял, походу. Походу там выход, блин, быстрее беги, братанчик, за мной.
прыгаем в эту трубу. Ё-моё. Офигеть. ИСП какие-то, скелеты мертвые, ходячие мертвецы, секьюрити, жесть какая-то. Вообще непонятно, блин, называется, купил заправку, ребят, на свою голову и решил заработать денег. Ага, в итоге, блин, привез. На волоске от смерти я вообще. Кто тебе загружал вообще мои коробки, а? Да, блин, ну, обычный работяга как бы. Крыса, кто-то нам подставу сделал, блин. Разберемся потом, кто это надо был. Надо будет разобраться, действительно, походу он не... Аккуратно, тут работяга. Дырка! Стой, перепрыгивай. Тихо, ну-ка. Давай. Блин, страшно, братан. Прыгай. Ой. Фух, посмотри, где мы. Какой-то остров, маньяк. Да, вот тут, конечно, погоди. Красиво. А ты что не видишь? Чё? Посмотри. Куда? Стрельба. Где? Не вижу. Ну тогда давай наверх поднимайся. А где стрельба? Вот прямо по курсу, давай быстрее. Где? Ну как? Поднимайся уже. Ну я забежал, где стрельба-то? Вот, смотри. А, какие-то вот. Мужики дерутся с этой тварью. Ё-моё. Надо помочь. Так давай вообще ничего не будем делать, слышь? В смысле давай посидим, да нафиг, пускай они сами сражаются. Да смотри. А, он его раскидал. Офигеть! Давай спрячемся. Давай, это был какой-то спецназовец хорошо. Или кто? А вот походу, они! Да. Смотри, эй, мужик! Он в кусты бежит, он испугался! Он испугался, походу, так и эта гадина тоже испугался бы, капец как! А вон они сражаются! Он его так съел! Они сражаются, он его сжирает! Ладно, просто, давай, Андрюха, давай тогда поможем им! Давай, поможем хорошо, этим пацанам! Ладно. Он их хавает! Это какие-то тоже ICP, только видел защитники, гварды, наверное, слышь, охранники, военные. Походу, те секурити, походу, реально. Он их всех хавает, жесткач вообще. Он съел, походу, мужик, что делать? Не-не, вот в кустах, еще смотри, в кустах. Где они? Он схавал, все, да он его съел. Отсюда, ё-моё, а что это за машины, блин, может попробуем уехать на тачках как-то а или что, блин? А куда мы уедем, тут, походу, вообще все закрыто нафиг. Ну ладно. Андрюха! Ё-моё, он его убил, вы видели? Он его схавал. Что ж мне делать? А где он? Где он? А вот! Офигеть! Вот это жесткач, блин! Так, сейчас я, короче, с этой мощной пушки попробую. Иди отсюда! Есть тут тоже вы их! Пожалуйста, помогите мне! Может, есть еще эти защитники, гварды, охранники? На, блин, крыса! Так, а вон, есть! Пацан, помоги мне! Куда ты убегаешь? Стой, давай вместе, мужик, давай вместе сражаться! А тут еще двое их вообще! О, ноу! О, нет! О, нет! Еще один! Нет! Походу, я один остался! Как мне сражаться? Что мне делать-то вообще? Сдохни, падла, сдохни! Дурацкий скелет, блин! Дурацкий, блин, страшный монстр! Сколько, блин, я в тебя стреляю вообще? Ему пофиг, походу, он бессмертный! Ага, хотел меня зажать? Я тебя сам зажму! Хотел меня убить? Я сам тебя убью, крыса! Ай! Зажал! А нет! Чё? Он исчез? Не понял? Походу, да, походу он исчез. Как-то надо отсюда выбираться, блин, непонятно, надо как-то отсюда бежать. А вот, смотрите, спуск какой-то. Может попробовать, ребят, уплыть? Мне пофиг, буду плыть руками. Ё-моё, блин, быстрее. Офигеть, фух. Так, да, может на кораблик вот этот. Ага, только он, блин, уже ржавый весь. А вот. Какие-то катамаранчики. А ну, надеюсь, работают, так? Чё-то, блин, крутится пропеллер, но не плывет, блин, не едет. Так, попробуем на другой, вот на этот. Сажусь и... Пожалуйста! Есть! Работает! Отлично! Что бы это ни было, но я выбрался, я выжил. Все, я уплываю отсюда. Ну что ж, ребят, а вот такой вот увлекательный видосик у нас получился. Мы с ребятами надеемся, что вам все понравилось. У нас сегодня был опасный монстр Тревор Хендерсон. Кстати, ребят, мы не называли его имени сегодня, поэтому пишите в комментариях, как его действительно называть. Ну а с вами сегодня были Овер, Фони и Бобби. Огромное всем спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки, про колокольчики, да и про положительные комментарии. Ну а на этом у нас все. Всем удачи и пока-пока! Всем до скорого, дорогие друзья! Адьос, чуваки!